Всем привет, друзья, канал Мавсолим. В работе у нас Kia Optima. Автомобиль приехал к нам сделать шумоизоляцию салона. Салон мы разобрали, краткий обзор, штатные шумоизоляции. Эти пол в багажнике, несколько кусков, фибропласт присутствует. Также по небольшому куску на задних арках. Это одни из самых шумных мест в автомобиле. По салону смотрим, что у нас по штатной шумоизоляции. Двери, видите, на несколько кусков фибропласта. Все равно слышите, как звенит металл. Крыша, голый металл у нас. И пол в салоне, кое-где вибропласт присутствует. Владелец жалуется, что шумный автомобиль. Готовим поверхность и приступаем исправлять. Так, друзья, проклеили первые два слоя в дверях на Kia Optima. Всего их будет 4. Первый слой вибропласт 3 мм. Второй слой шумопоглотитель. Толщина его 6 мм. Также заканчиваем работу по проклейке крыши. Первый слой вибропласт, также 3 мм. И второй слой клеим шумопоглотитель. У нас мембранная шумоизоляция, толщина 7 мм. Посмотрим дальше. Так, друзья, заканчиваем клеить вибропласт. На Kia Optima проклеен у нас пол в салоне. Двери нанесли третьим слоем вибропласта, толщина 2 мм. Приступаем клеить шумопоглотитель. Заканчиваем клеить шумоизоляцию на Kia Optima. Проклеен у нас шумопоглотителем пол. И максимально обрабатываем поверхность. Двери также заканчиваем. Вибропласт 2 мм, третий слой, четвертый заключительный слой, это у нас шумопоглотитель, толщина его 15 мм. Собираем салон, проверяем, автомобиль готов. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!